Як повідомляє прес-служба УМВС, 30 липня троє чоловіків з Кіровська прибули в місто Вахрушева для збору брухту кольорових металів в покинутих гірничих виробках. Місцевий житель показав їм занедбаний стовбур номер 1 колишньої гідрошахти Яновська номер 4. 5 июля в 3 часа во время поиска лома черных металлов законсервированный ствол неработающей гидрошахты Яновская 4 упал и погиб гражданин 89 года рождения. Выездом на место происшествия сотрудники следственной оперативной группы установили, что погибший являлся жителем города Кировска. В этот день он вместе со своими друзьями, также два жителя города Кировска и жителем города Вахрушева, который и привез их именно сюда, вот на консервированный ствол, приехали на автомобиле, вот, для того, чтобы проникнуть вовнутрь ствола и поднять на поверхность металлические изделия. Во время спуска в ствол шахты один из них сорвался и погиб. Пошуково-рятувальна операція розпочалася в середу о 8 ранку. На території працювали гірничі рятувальники 5-го ВГРЗ. В этих работах принимали участие 25 человек. Вся техника, та, которая у нас специализирована по, будем так говорить, по этим копанкам, не санкционирована. То есть мы, в принципе, допоздна, вчера, говорят, когда часу ночи, отрабатывали все, кто что будет делать. И можно сказать, как-то уже другой раз надоедает. Хотелось бы еще раз, я много раз обращался к тем работающим на незаконных копанках, просто позаботиться о безопасности своих людей, которые там работают. Чтобы потом не было, вот сейчас вы сами видели, из-за одного пострадавшего рисковало 25 человек. Загиблого дістали після опівдня. Зняти це заважали співробітники міліції. Наскільки далі? І так, що не можна бачити? За спинами правоохоронців нам таки вдалося розгледіти тіло загиблого, щільно вкрите вугільним пилом. Спуск до шахти відзняти не вдалося. На шляху у камери став керівник гірничих рятувальників. Чи справді шахта була законсервованою і вугілля тут не видобувалося, ми намагалися з'ясувати у місцевих мешканців. Більшість відмовилася від спілкування на камеру. Яма. Взагалі, це була шахта раніше. Це не дірка, нічого. Ну вот и все. Ну ясно. А вообще у вас же тут копанки есть какие-то, да? Где-то да. Что-то добывают? Много? Нормально. Зараз справа знаходиться на досудовому розслідуванні під контролем обласної прокуратури. Катерина Севастьянова, Марина Михайлова. Новини телекомпанія «Луч».